Давайте босса убьем, а не будем какую-нибудь хуйню разобрать. Да его хилить надо, сразить. Серега, алло, чё ты это? Иди проспись. Давайте, подходите, там шо по хилам Бёрн, она в хилах, шаманы, ДЦ. ДЦ хули присесть у кого-то? Дорый подает. Да. Рыбу едим. Чё с хостой стало, вроде нормально. Где вы там? Что там, ДЦ, хули присесть у кого-то? Мистер друг. Да, не, не надо. Так, короче, Бёрн один отхилишь, рейд. Ну, если танки не будут сильно далеко отходить, то да, если они будут ближе к центру. Хорошо, тогда Бёрн на рейде, все остальные в порталах за печенькой летайте. Чипу. Дайте кто-то фласку на РТД, а я дам с друида. Так, воскресенье, Фера, что-то не хватает. Дайте кулак, он раздайте. Кулак АФКшит, я на АП крикну. Все тут, можно начинать, короче. Чужаки ворвались во внутренние поголья. Уничтожьте зеленого дракона. Пусть останутся лишь кости и прах. Толстый вылез, смотрим, в подавление играйте. Когда у Толстого мало хп, давайте под него АУЕ. Как ты знаешь, когда у Джейми мало хп? Так когда у него там процентов 5 остается. Морда сначала. Бестмод, можешь Ревара виснуть. Он тут где-то валяется. С правой стороны. Так, подавление, смотрим, РМ подавление. Такое ощущение, что у нас было двое в порталах. Ну, плеер, значит, за хилем тоже так можно. Ну, вы смотрите, там на портале только Бёрн, остальные все летаете. У хвоста. Бьет человек 5, наверное, мне тоже кажется. То есть двое хилит, двое танчит и 5 бьет. Да, мне только бедолон сказал, что Африка. Кажется, никто не танчит. Бестмод, не врывайся так. Потому что я не достаю бегать хилит по всему залу. Подожди, пусть муп выйдет. Танки, старайтесь трэш в центре танчить. Там не надо бегать. Далеко это очень. Даже, это не слава был, это кот был, он на моба напал раньше там. Антисептик, ты с нами или тебя менять? Что ты там афкашишь? Морда. На рейде кто говорит из хилов? Бёрн. Один я. Соло, что ли? Да. Тогда ему запозаливаю. Подавление играем. Морда. На стакай жизнецвет 3 стака, чтобы разряжался. Кидаешь 3 стака жизнецвета, омоложение, восстановление, покровительством хил. Это я знаю, но подожди. А, ты это не мне, я понял.
Жизненный свет, у тебя первый по хилу будет. Еще один. Раз и рост. Да не, еще два раза. Ну, уже по 20. А, ну смотри сама. Еще один, еще один. Мало. И лучше еще два, вы забыли такие. Толстый, вот толстый сзади. Танки, танки, толстый, блядь, на хилов идет, убьет сейчас. Нет, Коста. Два раза хватит. Там 80% уже. Выйдите, раздадите. Тут просто ж хп починили, оно тикает на гире, если вы помните. Но все равно хватит, там уже 80% почти. Ты собирай, я хилю. Понял. Один и хватит. Росты. Не рис, один на хп. Альте Агим на хп, паладины и руки кидайте. Играйте в подавление. Ты убили. Захилили. Диана, будь на шамане пока. Ладно. Я же вас просил, не бегайте так далеко по залу, я кто не достаю до вас хилить. Это ты вообще. Не, реально классный. Надо делать что-то. Арпа паладина, сролил кольцо наконец-то, блядь. Паладин и так арпа получается. Ну, я имею в виду некоторые весы. Ну это понятно. Самое обидное, что это кольцо кто-то предписывает перед РС-кой. С РС хрен сролишь по ПР. Блять, жесть, еще в склепе что там ролят, ты 10 руки, пиздец. Ты 2 ФК. Ну вот, смотри. Смотри, как красиво. Наконец-то, блин. Теперь у меня Фурик Фоггис. Сила гнили, чего не надо? Не, у меня она есть, но я хотел тысячу пальцев взять. Что-то вы все латники агиловыми такими стали. Ай-яй-яй. А вот мне коту получше будет с РС-ки выявить. Только его никогда не выбью. Точно так же, как шмот с хостой с ЦУК. Никогда не выбью. Я пока отойду. Блин, что-то у меня горелым пахнет. Я сейчас. Я не выбью. Ну, видишь, вот пошел в ордру. Наверное, друпера не хватает, а на кота рулить не могу. Поэтому не прет мне просто. Че я тут? Под стол заглянула, что ли, так? Горит, не горит? Да нет, ну, зачем вы бобаете, вот непонятно вообще. Силовой, я пошел. Я же не сова, ёпта, рассеки. А кто на Войда кидает орехи? Я. Яйки. Может, как сейчас Хилья оставить, раз он с антисептик вылетел? И набрать ГД? Ну, мне без разницы. Впрочем, ДД найти, чем
никого. ДК пока что. Колдунь это притянуть не может. Вот сейчас, кстати, каст вроде нормальный. Отойти минуты на 3-4. Одни АФКшеры собрались. Вообще пиздец. Best мод. Залей мне ману, пожалуйста, security. Группа какая? Это. Ой, нет, стой. Нет, вторая. Я нашел. Не заливайте, тут Бьорн пришел, не заливайте. Бьорн, залей мне маны. Вторая пати security. Бьорн пришел хилить, а не ману заливать, понимаешь? Ну, у тебя куча маны. А там залили просто. Видишь, какие добрые люди есть. Ну. Погибни! Глупцы!
зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордскола унесут ваши души! Дайте шкаф. Дайте еще это, столик. Шкаф наверху, сейчас они минуту отойду. Так, секьюрити, я вспомнить не могу, в какой гильдии ты была тогда? Не знаю. Не помню. Код доступа нет? Не. Я была в Epic Fail'ах и... А, не, я была сначала это. Блин. Клота, это же ты же, правильно? Нет, это не я. Бля. Вообще сижу, молчу, весь рейд. Ты посменяйтесь, кому поговорить. Вот это Клота говорила, а это Кралька говорит. Чего, блин, вы что меня там лошадь жишите? Идите на сон, лихи, алло. Меня слышно? Ебануться, блять, охуеть, ебаться в рот. Пиздец нахуй, блять. Вторая серия называется... Это что, там был Войд? Танки, одевайте в прошмот. Освобожденку не стакать, все глыбы под босса будем нести. Пятая пати, да, так, пятый хил еще надо. Нахрен нам пятый хил? Тут такие шаманы бисовые. Мне ж самому страшно от той чести, которую я испытываю, попадя с ними в рейд. Хилик, а там у тебя ДЦШП вроде должен быть. Нет. Да может, да? Нет, 2 ШП. Блядь, бесполезный. Ну ладно, да, Саша, спекайся в эрдру. Лапа, только дайте им ключ. Трися, тут подходи. Где долбанный стол? Ну, заходи, если хочешь, когда вешай. Другие, которые бафлят лапу на АФК, что ли? Все остальные трое не могут? А зачем? Стол, дайте. Дайте, бля, стол, пожалуйста. Да, заходи, ну давай, заходи. У меня времени уже нет, класска кончается. Раз, два, три. Ты заебал. Саша, ты сейчас спекайся в рту одного босса. Интеллект. Магий стол, пожалуйста. На коленях прошу, на лапках своих. Спасибо. Так, дайте инер звездочки. Давайте чек на пул. Давайте, все готовы, на ней спускаемся, хилим рейд. Слава лови, дайте на пул на БДК. Смотри, не сорви синдру, только сейчас копаюсь, ты в аркане. Дайте, кто дохнет, тот ГП получает. Давайте, притяжка сейчас, готовьтесь, одна секунда. Бежим. Дотайте, все равно сейчас будет взлетка. Давайте, рейд наверх, метки вниз.
Точечно бейте. Так, я в метке, там сами смотрите, где падает, говорите. Точечно без дот бейте. Далеко от метки друг от друга не отходите. По центру далеко. Слева, ближе к центру. Между первой и третьей глыбами, смотрите, посредине. За глыбами, на стороне лестницы. Разбивайте скрепы быстрее. Три хила освобождён, к Америке там 4 стака максимум. Притяжка, бежим. Она горит сайберна. Протопал, дай каску по друидам, то можете пристаба флапу дать. Ну, все, пока там сам себе ин разольешь. Кто-то эти седро сейчас будет взлетка. Так. Место рейд 3 аура, аура льда. Рейд наверх, метки вниз. Метки вниз. Точечно без дот бьем. Слева, с правой стороны. Самые правые столпы. С правой стороны падают. Справа столб. Левые бейте. Слева падает. По центру, слева. Все, разбиваем. Слава, лут поставь. Бегался, блядь. Так, один шаман хилит там, мелики. Аккуратно, фаза пошла, метки под босса несем. Смотрим, какая метка. Прото БДК хильки. Просвещенные под босса, ушли мелики. Сразу разбиваем. Разбиваем. Право-лево не выбегайте. Кинулась, скинула. Девчонка на вас кинулась, а вы ее скинули, все. Фьера под босса, ушли мелики, фьера под босса. Не бьем, притяжка будет. Не бьем. Отбежали, притяжка. Беги, малышка, беги! Следующую тоже под босса, мелики, стойте, курите, рост, разбивайте. Хали селаси под босса, мелики ушли. Ушли мелики. Сразу разбивайте, там танки сами меняйтесь. Ну нафиг. Акма под босса ушли. Сразу разбиваем. Лень под босса, ушли мелики. Так, что там? Не, разбиваем. Тяжко на следующий, нормально все. Так, под босса дубасик, ушли мелики, не бьем скреп, притяжка будет. Беги, малышка, беги! Следующий под босса. Лень под босса, что вы разбили, зря, мелики ушли, ушли мелики.
Две разбивайте. Следующую сторону. Просвещенную сторону и добиваем. Альтея сторону. Разбейся. Часы кто там заказывал? Я часы заказывал, блядь, два месяца я не хожу этим говном, блядь. Забирайте, мастер приготовил для вас. Круто. 5 меток за последнюю фазу и все на меня. Я в такие игры не играю. У меня на первой фазе, наверное, один раз только был хил. Я вообще топ хилом был, пока, блин, не упал. Ты же хачела, блин. Как так? Я спринт прожал, бежал в коте на спринте и все равно умер от притяжки. Ну вот что за бред? Стоял далеко, пока тянуло там все дела. Я ж подходил, чтоб ближе было. Какого хрена? Вообще бред, может лагануло, хрен его знает. Оставаться в игру или в сау спекаться? Все. Я в лидерах. Я не... Видите, я в лидерах по освобожденке. Все, с первого трая убиваем, я пошел вара докачивать. Ну, у меня еще 10 фласок, можно полночи посидеть, нахуй. Так, давайте останем поклонские все трусы. Лень, все ромбики. Так. Так, кто там остается? Фьера, посвященные печеньки станьте. Кот тоже печеньку станешь, короче, всегда. По диспелу. Яна, подиспелишь? Да. Буду лич, короче, ману кральки и остальные друиды, там ультрашаманы смотреть. Угу. Так, а остальные это кто? Кому вообще обращать? Кот, каждую печеньку, да, ты сказал? Нага, Бьорн. А паладины станет вторые печеньки? То есть вторых валик или первых? Нет, там поклонские все трусы, лени все ромбики, паладины и кот все печеньки. Так, что там, давайте смотрите, чего вам не хватает, там дайте каску по ДК, лапку, чек на пул, короче. Дайте ему кулак по хантам просит, так, Маша, там пиши. Я с этим друидом не буду вместе стоять. Ну, давай, короче, кот, стань себе печеньки, паладины, смотрите сами, кто будет летать, тому и давайте станы. Шкаф поставьте, написали, что сумон надо, ДКшку. А, дайте шкаф, что не увидел. Тыкните. Так. Так, Акма готов там или что-то надо? Давайте, все готовы, запускаю. Так, по мне, короче, квадратик милики. Трисина, те звездочка, РДД. П сразу кидать тем, кто перебегает. Да не. Дайте на пул на БДК, там флешмот поменять, если не поменяли. Кому СС кидать на переходке? На БДК. На второй переход. Не, лучше войска не призывать. Нельзя войска шаркать в рейде, шлепнет. Охотник второго шарка еще будешь диспелить, на него поставлю там метку, ромбик, наверное. А поклонский, да, будешь первого станешь. Если чё, хант вообще может все снимать. Ну хорошо. Да будет так. Давайте, 2 секунды бой начинается.
Да, милики, милики. Смотрим, чума. Две секунды, чуму вынести. Кто не спорит? Так, чума на security. РДД. Ваня, не это слышно. Мирики, ловушка. Да тут мирики, мирики, отбегайте. Чума 2 секунды, чуму выносим. Чума на Альтея. Мирики, ловушка. РДД ловушка. РДД. Слава, веди в РДД зону уже. По венцу. Милики ловушка, идем в РДД зону милики, в стороны. Все, паладин на край веди. Слава тоже на край веди, Слава на край веди. Да не через колонну, блять, на центр протанет. Чему крейди диспельте? Танка протанет. Дайте каплю на протопала. Каплю на... Разошлись, РДД, разошлись. Дайте каплю на протопала быстрее, на Пкловского. Нормально. Гимноману отдал стартаку. Мелисса, дай гимноману. Я-я-я. Гимноману полный. Престы ханты бейте по сверкам. Амрач, наберите? Наберите жук между собой, там паладин забирает, нет, конечно, по возможности. Кто там сзади клепает, вот в конце там поближе станьте. Листа 3, пытка 1. Мириса Шереби. Сфера, сфера летит близко. Что, духа нет? А, есть дух. Паладин, заберешь его на переходке. Сферы две штуки, бейте, сейчас будет переходка. Бейте сферы. Давай, паладин забирай. Сфера летит, сферу, сферу сбейте. Все, давайте. Сфера. Все в звездочку становимся. Охотник там, тотем, через ловушку замедляющую ставишь. Все в звездочку. Валькир станем, сливаем, как я говорил. Паладины улетающих, станьте ретрики. Так, вышли с центра, осквернение, осквернение. Кирика, добиваем. Бромбик добивайте, трусы там добейте. Все, идем на центр, дай рост. Рост шаманы. Все в звездочку станьте. Так, смотрите, где лужа. На первой валькирии, после того, как она спустится, она будет разбежаться. Я скажу, когда вы разбежитесь и кого сливать, слушайте внимательно. Давайте, готовьтесь. Готовьтесь. Вышли с центра, вышли, вышли. Ультрашам. Давайте, все валькиры играйте, все три. Нормально все. Дайте станы. Трусы там бейте. Хилы РДД на рейнджу. Будет осквернение, потом в центр поведем. Мелики скажу, когда выйти. Давайте. Мелики. Вышли мелики. Смотрим. Лужа, ВВ. Идем в центр. Все в звездочку. Валькиром стан, сливаем валькир. Валькирушки. Слава там прожмись, шаман валькири.
трусы добиваем. Вышли осквернение в лужу. Она. Отошли от него, отошли. Выйдите, блядь. Пиздец. Какой трай запороли? Так как такое сейчас возможно было? Ну, стояли, не видели черепов. Там не, он отошел нормально, а вот, а что там другие возле него делали? Ни хрена он ненормально отошел. У края он стал. Выпрыгивал уже из-под лича. Хилом. Да нормально он и шел за ним, просто куча людей побежала и прямо в лужу за ним. Не ты еще считаешь, что нормально, присоедините? Он нет, там он нормально вынес, там кто-то прыгал. Там людей было много просто. ГП! Да там людей много за ним побежало и не отбежало от него. Трай был вообще четкий. Вали-сливались, заебись. И дамага нормально вливались. Не знаю, что там вообще по времени на допе хватает на трай или не уже. 10 минут до 2 часов. Давайте, если за 10 минут добиваем, то можно, да, все, ни допипа не будет. Слава горит, горит. Альтер, резни, пожалуйста. Сейчас подойду. Давайте речь там, лесните не лис, Войда, подходите, давайте. Бёрн, где ты там? Давайте, все тут фулбафы, давайте. Best mod security. Каски. Каски нужны, каски под рулем. Кот, подходи, тебя ждем. Да кот здесь, кот каску ждет. Касок нет. Дайте каску под рулем. Поконский. Допустил. Тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Все, не боль, да? Но я не буду слушать. Нет. Твои как хорошо, что я не зашел. Крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Давайте, делайте все четко, может пойдем еще куда-то. 2 секунды бой начинается, а то... Вообще эту песню пела гражданская оборона, по-моему, изначально.
Да, есть такая передача по ICTV. Ну да, я смотрел пару выпусков, такая тупенькая. Ну, для публики. Чума 2 секунды выносим, чума на... На Шанан выноси. Милики, милики. Милики, РДД проходите тоже. Милики. Чума 2 секунды. Чума на... Лень. Милики, велики. Протопал второго шарка еще поймаешь и на краю просто РТД. Милики, милики. Давай его и через трон нахуй. Ловушка, смотрим. Милики, ловушка. Дискальте дубасика, так, дискаль по рейду. Хризалис это что? Я гимн на ману, да. Хорошо, набирайте, держу между собой. Дайте каплю. Нормально. Дали как поклонского на X5 танчить научить. Кто он их учил? Танч наберите. Слава, блять, куда ты его введешь к трону? Стой на месте. Там шаманы, подойдите ближе, если у вас дух будет, вас не заберут. Кажется, он вместе с горлом и мозг простудил нахуй. Нос? Ну тогда горло и мозг. Мозг. Так, паладин, готовься забрать, сейчас будет переходка. Все, паладин, забирай. Будем, нет? Добейте сферы, две сферы добейте. На сферы не бежать. Сфера. Ты бьёшь вообще, нет? Давайте в центр звездочку становимся, маркируем, там так и сливаем. Так, две валькиры в центре. Давайте. Вышли с-под валькир, вышли. Осквернение, вышли. Халиси Ласи. Трусы добивайте. Все, меча. Давайте рост. Достаньте звездочку на эту сторону, полетим. Давайте, если мы лужу мы переживем, мы убьем лича. После первой валькиры я скажу, она будет разбежаться в стороны и бить, того скажу. Давайте, готовьтесь. Готовьтесь. Готовьтесь, все, вышли. Воскресенье, блинкуйся. Играйте две валькиры, три валькиры в центре. Кружок некому ставить. Да так, добили. Тромбик играйте. Хилы РДД по рейнджу. Кастаура стоит, а, я вижу все. Хилы РДД по рейнджу, милики скажу выйти. Все, вышли милики. Давайте в центр. Валькира на стан, сливаем валькир. Печеньку, трусы, станы дайте.
Так, вышли, осквернение, вышли. Вышли, не зрите, Валькир, трусы, Робик, трусы добейте. Фьор, трусы добейте, РДД. Иди на центр, сейчас будет квартира. Так, все в звездочку. Вот так, в звездочку, встаньте все. Ой, Валькирин стан и в лича. После третьей Валькиры будет лужа, сразу же. Все, веди на край, вышли с центра. Стан Валькиром в лича. Лужа, смотрим. Давай. Слава, на край веди. Дайте им останы. Все, молодцы. Охуеть, рейте, сегодня, блин. Нелиса, гимна Аману, бьем духа, который с меткой. Потом скажу, когда новый любить. Старого бейте. Все, в нового переключились. Мне кажется, тут не доигрывает. Сферы бейте, сферы, сферы. Хант не бьет их. В нового. Это Кипристан вам бьет. Давайте все в старого духа, нового пока не будем пробовать. Я по хп нормально, давай поймал. Все в нового духа. Врага вообще нет. Паладин, забирай, стоп под духом, сверху добейте. Добейте, духа дутайте его. И он дурачок. Быть может. Давайте, рейд фуловый, в печеньке ходимся. Стоим тут. Стоим, 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 бежим. По настеночке. Проходим. Паладин заберет духа, и мы будем играть в духа сразу же. Лича не трогайте. Давайте проходим, печеньку. Тут стоим, будет выход. Кролика, есть тотем? Да. Эти гимнаны. Все в духа. Все, уводи плеча. Уходим к трону. Там, блин, кушвание в духов, урон, ой, в сферы. Угу. Так, вышли в милизону, осквернение, милизона. Паладин хлопает, все сюда идите. Слава, проводи. Уходим от лича, с под лича уходим. Слава, проводи, сейчас будут духи спускаться, не успеют. Давайте в комнате за печенькой. Чешко там. Давайте идем. Если бы она не была. Давайте проходим, бежим, 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 бежим. Бежим. Там можно было сакру не давать. Давайте проходим, выход сейчас будет. Портал, все идите к порталу. Слава, скрине в центре.
Вышли милики, осквернение. Вышли милики. Идите к порталу, сейчас будут духи спускаться. Все, Слав, никуда не видишь, сейчас будет комната. Давайте, последняя комната. Давайте в угол сюда. Через угол проходим. Рейд холовый, нормально все. Давай пойдем. Нет, там еще про 5 или 6%. Нужен сам скром сейчас пойдет. Да не, куда я распущу рейд. Давайте осквернение, Слава. Все, тут же стоим, никуда не ведем, добиваем. Только лужу надо будет вынести. Не надо же, короче. Стойте, просто бейте. Ледяную сферу линкнуть, и он велич. Выше. Что движет вами? Праведность? Не знаю. Ты отлично их обучил, Фордринг. Ты привел сюда лучших воинов, которых знал мир. И отдал... Ну, блядь, считай. Один Серега, 0 Т, нормально еще помогла более-менее. Ван 22К, вообще пиздец. Ну типа на первый раз можно простить, но каждый раз напоминать, там типа из этого вайп или еще что-нибудь. Это же логично, у Ханта самый большой рейндж, он может бить там, блядь, чуть ли не от самого лича эту сферу и никаких проблем, а так они чуть не долетели пару раз. И ты станешь первой жертвой. Че у вас там по сферам-то было? Говорите, Краль Пинч. Ну, значит, перемотать не может рейдовый, да? А вы линковали? Так, чё сферы не бьём? ГП я начал. Сейчас за ролю коня, всё будет отлично. Соточку кину. Невозможно. Хватит, Артур! Твоя ненависть не заберёт больше ни одной жизни! Наконец, я свободен. Все кончено, сын мой. Настал час расплаты. Поднимитесь, воины света! И вот я стою, как лев предавался. ЕП такой на часы, нам сейчас 30 перезать нам. Я хлебала в этот раз. Еще будете собирать. Не знаю, соберется, не.
Ну, фальш, что-то стало выкидывать. Подожди, зайду. Да-да-да, подожди, зайду. А как мне ботинки зачарить? Шаман. На интеллект? Или чё? Нет, как секрет? Да давай коня ролить, блин. Ну, если у тебя есть инженерка. Нету. Да, я, по-моему, я ленточку убрал, это которая... Тогда только лида проходит. Она ДПС как-то, по-моему, уменьшает сильно. О, ленточка? Угу. Я без нее как-то получше бью. Отвлекаешься, типа, и такой красивый. Может. Может то, что она розовая. Сейчас лайк зайду. А камни какие поставить? В синие. Оставим по 5. Это Иршама, да? Мы же об одном уже говорили. Да. Блин, точно надо слезу поставить. У меня ее нигде нет. Нафига тебе слеза на шума? Да слеза на говно. А чё? Да она ни о чем. Зачем тебе дух? 10 интеллекта только тебе прок оттуда. А кто сказал слезу? Ладно, чё, МП5 и хоста, да? Хоста МП5, да. Ладно. Что-то, по-моему, таких камней даже нету у хоста МП5. Да, ставишь вообще. На СПД ставь. И для Ильи он пригодится, и для Иршама пригодится. Ну... Сам смотри, короче, как... Два гнезда же, синяя и красная. Ну, если под против, то ставь P5, короче, идет. Хосту ебашь и все. Не, мне уже надоело эта хоста, блин. Все камни на хосту. Отлично. А у меня 1292. Мама!